людина не може жити без трьох речей: без води, без їжі і без пісні. Якби не пісня, Аурелія Ротару могла би стати вишивальницею. Принаймні, свої перші сценічні костюми і вона, і Софія вишивали самі. Сьогодні наймолодша співачка з династії Ротару приїхала в село Гастролуччя, яке славиться своїми вишивальницями. Тут навіть храми прикрашають рушниками. Тому що ніколи не може бути без рушника, розумієте? Одні вишивальниці. У мене бабця там, сусідка, 81 рік, а вона шиє стільки рушників, що вам не снилося. В городі мені не вистачає воздуха. Якщо ви думаєте, що то я її поймала, це неправда. Ви мені її підцепили тільки що. Это на кухню я вышила, на будущее. И мы как раз познакомились, в первый же день он мне сделал предложение. Я человек, как говорят у нас, не тусовочный. Я человек домашний. Вы в Киеве зараз живете? Да, в квартире? Да, в квартире. А будинок не хочете свой сдавать? Строю, уже достраиваю. Вот. Буквально каждый день езжу на стройку, потому что я настолько привыкла жить в селе, и мне так не хватает этой земли. Село Гостролуччя, 70 кілометрів від Києва. На стику річок утворився так званий Гострий Луг. Саме в цьому місті козаки і заклали село, яке назвали Гостролуччя. До сьогодні збереглися залишки старої козацької церкви Свято-Троїцької, діє храм Святого Миколая. Кажуть, автором проєкту був Джакомо Кваренгі, придворний архітектор Катерини II. Він збудував три палаци у Петергофі та інститут благородних дівиць, який відомий як Смольний. Село славиться своїми вишивальницями, багато з яких підтримується мистецтво з діда-прадіда. Сьогодні в селі 20 династій вишивальниць. Вона була пізньою дитиною в родині. Батьки, мабуть, тому її сильно любили і назвали Золота Аурелія. Я, правда, сад уже посадила. У меня где-то 50 деревьев есть там в садах. Еще сейчас все ягоды посадила, там кустарники, такое все. И я надеюсь, до лета уже доделать дом и буду жить за городом. В городе мне не хватает воздуха. Ой, как красиво. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое. Я тоже очень рада быть у вас в гостях. Первый раз, к сожалению. Надеемся, не останетесь. Не последний, да. У вас тут кожна друга вишивальниця, так? А як же? Ми знаємо, чули, що і ви вмієте. Да, я очень люблю это. А вишиваєте зараз? Да, да. Нахожу вечером іноді время вишиваю, да, конечно. Да. Святу від батьків мами перестали. Да, мама у нас вышивала очень хорошо, и бисером, и шелком вышивала. Встречаю вас в этом храме, желаем здоровья, счастья. Спасибо. Гарного голосу. С удовольствием. Спасибо большое. Бачите, сколько тут рушників? Да. А в вашем селе есть церковь? Есть, конечно. Конечно, церковь есть. Она не такая красивая, как ваша, но... Наши церкви такие, такой стимул, только Тризна Союз. У нас, в Белоруссии и в Ленинграде. И побудована в 1836 году. А в чем ее уникальность? Потому что коридор такой долгий, бачите, коридор долгий. А вот вы в селе своем частенько бываете, не? К сожалению, редко. Кто залишился там с родины? Да, мы все разъехались, только, я говорю, только два брата. Лида, сестра, живет в Черновцах, правда, там поближе, там 30 километров. Нет, нет, нет. Она дома, она как родила дочку, так осталась дома сейчас. А у вас семья, яка дітей? У меня есть дочь, да. Муж, к сожалению, умер уже 5-6 лет назад. Ну, а мы с дочкой уже 24 года ей. Скоро будет. Нет еще. Сколько же вам років? Не скажу. Підійдеш до нашої ікони стародавньої. Тут був дерев'яний православний храм у нас побудований в селі. Ну, після війни його зруйнували, але ікону перенесли в честь. У нас храм новенький, він був збудований. Дерев'яна ікона на охрест зроблена, Христом, Христом разом зроблена. Ну, сказав владика, що Господь допоможе, треба вона сама відновитися, розумієте? Тому що ця ікона дуже благодатна у нас, зцілительна і дуже ікона. Господь охраняв, Божа Мати, всіх людей нас грішних від всякої болезні, від всякого зла. Ауріка Ротаро
заслужена артистка України. Народилася в селі Маршинці на Буковині. Найменша шоста дитина в родині. В сім'ї Ротару всі співали, а після шаленого успіху старшої сестри Софії стало зрозуміло, що питання, ким бути, для Уріки просто не існує. Закінчила Чернівецьке музикальне училище, пізніше Одеський ПЕТ-інститут. З 1978 року разом з сестрою Лідією почала співати в ансамблі «Черемош». Багато гастролювала Україною і тодішнім Радянським Союзом. Давала по 3-4 концерти на день. І хоча дует з Лідією з часом розпався, Ауріка продовжує виступати і сьогодні. Часто виїздить на концерти з іншою сестрою – Софією Ротару. Улюблене хобі – вишивання. Я всегда прошу только здоровья. Здоровья всем моим близким. Вот это наше святое Евангелие, которое сохранилось по нынешний день. Одни там все другие. Можно мне ее? Будь ласка. Сколько років есть этому Евангелие? Ну, то в этой церкви мы... Ну, эту церковь почвешу, но уже было в этой церкви, разумеется. Ну, десь сколько? Десь років 400? То 400, может, и больше ему будет. Мы праздновали Новый год. По-старому всегда праздновали. И, конечно, нас гоняли за это, но мы знали, что Новый год – это с 13 на 14. Никогда мы не праздновали 31 числа, такого не было. И мы уже ходили коледовать, там, щедровать по селу, насобирали там монеток, калачей, конфеток и домой. Большая семья, детей, нас шестеро детей было. И кормилица в семье кто? Это корова. Да. Все, у нас всегда. Да, да. Значит, вам, видно, не попадал. Ну да, еще как. Мабуть, тільки пасти. Мабуть, тільки пасти було. Видно, тільки пасли, а доїли старші. А що ваша було? Я кормила кур, гусей і корову. А мне нравятся такие люди. Я не знаю, мы сами росли в таком же селе, где все дружили. Там у нас свадьбы всегда были раньше по 500 человек, потому что очень много родственников, близких, родных. И кого-то не пригласить, это было просто невозможно. Поэтому я чувствую себя здесь как дома. Поближе, там рыбка лучше ловится. Сейчас перестала она клювать. Это специально, потому что я приехала или что? Не, похолодало, наверное. Ауріка Михайлівна. Ау. А с каких це пір наши зірки ходят на рыбалку? С детства. С дитинства? Конечно. А что послужило? Сколько я себя помню, с братьями, что братья у нас. И у нас это осталось до сих пор. Я знаю, що батько для того, щоб шестеро дітей якось чимось зайняти, викопав ставок, да, біля хати. Ні, нічим-то зайняти. Просто ми, коли вже жили, роз'їхалися всі, хто куди, і коли приїжджали додому, то ми завжди, ну що, рибалка. Страшно любили рибалку. І вони нас практично не бачили, тому що ми утром вставали рано утром в 5 утра і на рибалку, вечором повернулися. І вони кажуть, ну скільки можна? І для того, щоб нас утримати вдома, коли ми приїжджаємо, вони зробили свій ставок, вирили, і ми тоді вже утром встали і там рядышком вже ловили. Папа, який молодий. Ловили рибу, так. Да. І яка найбільша рибина спіймана? У мене дійсно було так, большую рыбу мы поймали с мужем, но мы поймали ее в Индийском океане. Это был голубой марлин. А, знаю. Голубой марлин, он был 100 с чем-то килограмм, так что это не килька. Не балтийская, да? Где рыба? В воде плавает. Хотите, я вам сейчас рыбу поймаю? Хотим. Хотите? Еще краще? Вот, смотрите, как клюет. Видите? Ой-ой-ой-ой-ой, какая рыба, посмотрите. О. Видели? Это как по волшебству. Возьму 10 бисей будет. Если вы думаете, что-то я ее поймала, это неправда. Да мне ее подцепили только что. Жалко. Если бы с утречка или вечером, то...
вишивка у гастролуччі – одна з найдавніших традицій. Цим мистецтвом займаються з діда-прадіда. Вишивають цілі родини і так чи не в кожному дворі. Одна з сільських майстринь – Віра Федорівна Христенко. Ідемо знайомитися. Віра Федорівна Христенко, 62 роки. Потомственна вишивальниця. Це мистецтво передає своїм донькам та онукам. Сьогодні в її доробку кілька сотень вишитих рушників, серветок та картини. Доброго дня. Добрий день, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Слухайте, тут і вишивальниці живуть. Ви такую красоту тут робите, такую. Що це ви плетете? Ох, яка красива. А де Віра Федорівна? У хаті, напевно. Де ж вона? А ви чоловік? Хазяйка в хаті. Да. І це на вулиці скільки за день таких корзинок робите? Дві штуки роблю. Ви на продаж чи для себе, чи для дітей? Для кого? Та й діти ж беруть. І собі. Добрий день вам усім. Ой, здравствуйте. Гостей ждали. Да. Аурика. Очень приятно. Здравствуйте. 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 Так, прошу всіх до хати. Знакомтеся, мої подружки. Приїхали до мене гості. Аурика. Здравствуйте, Олександра. Дуже приємно. Ліда. Дуже приємно. Добре, Аурика. Да. Галя. Аурика, дуже приємно. Спасибо за прекрасну пісню. Так, ходімте туди в хату тепер. Ідемте. Ми за вами. Кобзар, оце де онука моя вишила такий. Внучка вишила? Да. Внучка теж вишиває, пішла по бабиній стопі. А ви вишиваєте? І це вишиваю теж. Слухайте, всі вишивають, так? Всі вишивають. Треба таке село. А дочка ваша? Она одно время вышивала, а сейчас в последнее время что-то на... А вы вмея? Да, умеет, умеет. Это внучка, я так и поняла. Здравствуйте. Аурика. Как тебя зовут? Яна. Яночка. Вышиваешь? Покажи, что вышиваешь. А, картину. Это я ее где-то видела. Я все журналы собираю, я даже выписываю все эти, вот где нахожу, все вышивки собираю в большие такие папки, у меня очень много. Вот таких схем для вышивания. Молодец. А это гладь, да? То гладью я вышивала. А тепер хрести хрестиком вишиваю. И гладью, и хрестом, и кручевом вяжу сама. Очень красиво. Наверное, особенно зимой, когда на улице холодно, и да? И зимою, и літом, то я аж на дворе жарко, так. Ну да, находите время. Вышила трохи, и все. Ой, тут такие. Люблю вышивать, и попугайки красивые. А схоже на вашу, от, на ваш будинок в кімнатах теж було багато вишивок? Было очень много вышивок, тоже мама там подушки вышивала и накрывала еще подушки. Ну, там специально ще покривало. Такі, да, покривалка, ага. Такую тут тоже. У нас была комната в доме, в старом доме, где... гостевая именно, для гостей. Комната большая, то там тоже держались, как приданное насобирала всем девочкам, то там пособирала подушки, вот эти вышивки все. Рушники, покажете рушники? Пожалуйста, и рушники. А сколько вы вышили за свое життя? Рахували? Наверное, нет. А наверное, не пересчитаю. У вас очень красивая работа, очень здорово, просто глаз радуется. Це ви вишивали? Так, да, це я вишивала. Ну, це рушничок такий обичний. Такой. А я більше, мені подобаються такі вот картини вишивати. Я беру, допустим, там одуванчики такі. Я зараз достраиваю дом і хочу свій дом украсити не картинами такими обычными, а вот вишитками. І я хочу свої роботи, щоб потім можна було... Ну, це ж вони вас перебив. Вони набиті чи ви знімали? Є ж на цьому матеріалі, що набиті. Ні, не набиті. Просто по цьому. Ну, пустая канва, просто схема. І от картина така. Я, звісно, принесла там кілька штук. Це бал називається картина. Теж красива. Така красива. Дівчатки красиві в бальних платях. З віком розумієш, там в 10, 15, в 20 років не задумуєшся, а пізніше вже задумуєшся про те, що ти втрачаєш друзів, втрачаєш людей взагалі близьких. Да, от ваша така найбільша втрата. Це, звісно, батьки. Ми потеряли батьків.
Соня потеряла мужа, я потеряла мужа. То есть у нас такие потери большие. То есть то, что значит терять, мы знаем, к сожалению, узнали. И поэтому сейчас всегда молим Бога о том, чтобы все были только здоровы. Самое главное. А сподіваєтеся зустріти, чи може вже зустріли кохання? Ви знаєте, у мене був дуже хороший муж. Ми прожили дуже довго вместе. І я навіть собі представити не можу, що я можу такого ж зустрітити. Просто мені здається, що таких не буває. У вас якесь було знайомство дуже романтичне, так? Чорнобиль грохнув, він приїхав в Новоселицу, в Черновцы. И мы как раз познакомились, и в первый же день он мне сделал предложение. Да вы что, так бывает? Да, бывает. Кохание с первого взгляда? Да, с первого взгляда. Так и иснует? Есть, конечно. Да, это коровы, это какие-то... Здравствуйте. 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 О, буду едь, бо корова ждан хозяйка. Корова нас такими не примет, наверное. А мама не корова с таким не примет. Сука, так все вышито. Вышитый рушник такий. Да, они поприходят. Иди сюда. На. Иди, маленькая. Хорошая, да. Иди, иди. Трусиха. А как вашу корову звали, помните? Флорика. Флорика, да. А чего такое имя? Флорика, флари по-молдавски, это цветок. Mm. А флорика – это цветочек. Мы всегда цветочек. Mm-hmm. У нас было много коров. Вот. А по черзе доели корів сестры? Ну да, конечно. Сначала старшие, потом кто уехал, то остались младшие. Там и братья доели, все доели корову. Это привычное дело для нас было в селе. За подружки. Подружки ушли. Да, у нас за скотом. У нас за скотом. Оно завернули. Воно так, як ото людина примікне до табуна. Ну так, я примікну тільки. Звісно. Колекція корівок у вас є, так? Да? Скільки вже назбирали? Ой, у мене штук 300 вже, якщо не більше. А чого почали саме їх збирати? Не знаю, или это ностальгия по дому, или вот мне нравится, мне они очень нравятся. Вот мне нравится у них эта квадратная там мордочка, вот этот язык шершавый, как лизнет вас, как наждаком пройдется. Поклонники, друзья знают, что я знаю. А как сестра до цього ставиться? Отлично. У неї будинок є, так, свій? Есть, есть. І вирощує щось? Да, ну, конечно, у нее свой огород, есть сад. Огородик. Было два гуся у нее. Правда, она их отдала, потому что тяжело. Она уезжает, приезжает. А кто доглядает за садом? Видите? Она сама, вот сама? Эти овощи все, она любит тоже покопаться в земле. Ну, мы сельские, мы это схожи. Любим. Поэтому, да, все у нас. У Лида в Черновцах живет. У нее тоже дача, там все растет у нее. И клубника, и земляника, и перец. Она все консервации вот это без конца делает. Ну, привыкли. Яблочко такое вкусное, да? Вкусное. Вкусное, да? Ой. Самое вкусное яблочки, да? Ой. Да. А бабушка дает яблочко. Яблочко, короче. Яблочко. Где? Смотри, смотри. Лена Кваш, смотри. Лена Кваш, это? Какой урожай, да? Это зимний. Да, это цыганка называется. Цыганка? Да, цыганка. Цыганка. Очень красивый, очень красивый. Это зимний, они долго, до весны. Да, да, да. Красота, да? Да. Маленькое дерево, да, какой урожай. Раніше жодна родина не обходилася без печі. Сьогодні це раритет. Але в Гостролуччі бережуть традиції не лише у вишивці. У домі Вері Федорівни піч – це не декоративна прикраса. Що ви готуєте в печі? Ну, у печі ми робимо ряженку. Додаємо корову, ціле молоко. Встановимо піч. Воно у печі стоїть до вечора, ну, як, кипить собі там помалу. А тоді беремо, додаємо сюди вершка, розводимо і становимо обратно піч. Утром витягуємо і ряженка. На всю ніч залишається? Да, так, всю ніч там залишається. Батьки робили так, а ні? Да, конечно. Ну, борщ у печі варимо, картошку тушену дуже у мене люблять, і діти, і зяті всі теж. Ну, з печі все найдобріше. Найвкусніше. Я бачу,
ж ви до нашого приїзду вже там ряженку поставили, да, в печі? Є, є. Вже готова, да? І гарбуз є, і ряженка є, там все є. Все є. Оце вже готова ряженка. Витягнута, готова ряженка. До речі, ваша яка фірмова страва? Моя фірмінна. Ну, моя дочка дуже любить, коли я роблю перець фаршированный творогом. Очень вкусный. Не мясом, не рисом, а именно творожком. А это начинка еще, крем сыру? Что же тут еще кладете? Такой базарный творог коровий, и туда много зелени, и яйцо. Все. Это наша ряженка. Это уже яка, слухайте. Готова ряженка. Пробуйте. Я попробую. Прямо. Настолько вкус, конечно. Ну, так упечешь вона добре, не та, що ж на газу, а упечешь вона добре. Да, вкус другой совершенно. Совершенно другое. Іди, хорошенька, давай. На, на, іди, іди сюди, іди. Ти кушай. Не хочет она. Нет, нет. Вы дуже яркая, вона вас злякалася, може. Своїм нижнім бельем всім немцам розпугали. Може, ви таку вишиванку это знаєте? Сейчас копытом даст по ведру. Я помню, как-то доила корова. Она все на меня смотрела, смотрела, оглядывалась. Потом, когда полное почти ведро было, она копытом как врезала. Ничего себе, своя корова и так вот. Да, да. Ну, характер у нее был. А парное молоко любила? Да, конечно. Нас все любили. Мама пекла вот такой хлеб в русской печи. И вот папа надоит корову, и вот... кусок хлеба і молоко. Урочиста дойка курів не відбулася. Мабуть, Віра Федорівна одягає занадто яскравий костюм і налякає нашу корову Мілку. У вас вся сім'я співуча. Це в батька, да, наскільки я знаю? Да, у нас отец очень... Мама теж пела, но отец у нас пел просто. Он просто бредил, он страшно любил петь. Он и в армии был запевал. Міг би стати великим артистом. Да, если бы другие времена. А так, война, он в 41-м как ушел, и в 46-м только вернулся домой. Вот. Он до Берлина дошел, воевал все время, и потом приехал домой. Семья, дети, надо было дом строить, чтобы где-то жить. Ну, он сильно за нас радовался, когда приходил на концерт, когда видел по телевидению, по радио слушал, то он очень был доволен и радовался очень. Единственное, что должно было быть на каждый обед, это мамалыга. Потому что если нет мамалыги в доме, все голодные. Варится она очень просто. Тут наливается вода. И ее нужно варить, чтобы этот казаночек не переворачивался на газу. То есть он должен там... У нас была чугунная плита такая с кольцами, куда ставится казаночек, наливается вода, вода закипает, и насыпается мука, и постоянно помешивается. Мука яка? Нужна кукурузная. Только... Выходит такая каша себе, да? Это каша, это не гарнир, это вместо хлеба мы ели всегда. Там проголодался, никого нет дома, взяла кусок холодной мамалыги, пошла в огород луковицу, вытащила, и все в полном кайфе. От коли вы собираетесь там с сестрами, с братами, есть зараз такое блюдо, чи ні? Конечно, посадимся с Софией, сестрой, и едем вдвоем вот в село. Вот захотелось нам поехать к родным. А и... вдвох седает да, да? Да, да. И мы звоним километров за 20. Ставьте быстро мамалыгу, мы уже на подъезде. И они там быстренько мамалыгу делают, рыбу жарят, и все, стол накрывают, и мы приезжаем, конечно. Дома всегда хорошо. В принципе, успех спочатку был у сестры, так вот, вы были в тени. Вот, как... Важко было быть в тени сестры? Я только радовалась и смотрела все ее съемки. Потому что потом, когда мы начали уже с Лидой дуэт, мы в дуэте начали работать, то мы, конечно, старались, как говорится, не упасть лицом в грязь. Мы много работали для того, чтобы как бы не опозорить фамилию Ротару. Пропоную уже сюда за стіл, потому что дуже хочется есть, там, не знаю, Віра Федорівна. Гарбузову кашу там почав, да, в глечику? Тільки треба сідати за стола. Дома, як у їжі.
вже найбільше любили домашню мамину? Котлети, вареники, то все, жаркое всякое, ну, простую домашнюю еду. А когда свадьбы делали, там у Софии свадьба была дома, и у брата, у Анатолия, ну, там на 500 человек. В село родственников много, и надо было все приготовить дома. И не один день. Да, ну, конечно, дня три это дня точно, три, да. Здесь эти палатки, шалаши строились. Да, да, 500 человек и у брата, я и у сестры. Ну, готовили, ставили на улице, готовили, делали эти летние печки, вот эти вот из кирпичей строили. Нанималась кухарка, которая там командовала. Все родственники, соседи, все помогали. Там, у того там рыбу жарили, у того там то готовили. А в семье говорили молдавскую или украинскую? Молдавская. Молдавская. Мы закончили молдавскую школу. У нас в селе молдавская школа. То есть, к сожалению, украинского вообще нам не преподавали в школе. Преподавали только русский. Вот русский мы учили, как бы был предмет русский язык. А остальное все на молдавском языке. А Лида в Черновцах, да, да. Она живет в Черновцах, но у нее сейчас другой бизнес, у нее там ресторан, она там ресторанным бизнесом занялась, она уже нет, не поет. Нет. Там нет. А вдома, от коли збираєтеся там, чи в Софії, чи у Ліді, співаєте, чи... Бывает редко. Я говорю, когда был папа жив, то ни одного застолья у нас не было, чтобы мы не пели. Вот он сам, он очень хорошо пел. Он всегда запевал и знал очень много песен, и все, и мы вместе с ним пели за столом всегда. Можливо, якийсь куплітик балади? От хочеться почути щось того вашого, да, що співалось? Вай верде бобне гаре, де ла муаре пун ла гаре ля на мя. Оф, оф, плати кареле кобуаре, ля на мя. Оф, плати кареле кобуаре, ля на мя. Такая. Ты, які у вас відносини з Софією? А відпочиваєте разом? Вместе, вот мы уже 3 года подряд отдыхаем вместе с Софией, и Лида, сестра средняя, с мужем, я с дочкой, и вот София, мы очень любим уезжать куда-нибудь после Нового года. И... В теплой краине, море. Да, это море для меня, это слабость, и мы всегда, вот последние 3 года мы на Мальдивах отдыхаем. Очень здорово. От Софія, сестра, зараз одна, от ви одна. От хочеться все-таки жіночого щастя зараз? Ми прожили з мужем почти 20 лет, і у нас теж була отлична сім'я. Я розумію, що я такого, як він, не знайду. Я навіть не намагаюся і не збираюся шукати. Але завоюють ваше серце чоловіки? Що ви їм всім відмовляєте? Так. Да. Скоро... Даст Бог, дочка выйдет замуж, будут внуки. Вот это счастье. Первого будет. Человека все. Не заменишь ни ким. Да, да. Как не є з ним жить? Ну, ти якось привикаєш. Ну, да. Ми, наприклад, з ним. Ми не гуляли, ми за 2 неділі поженились. За 2 неділі. Я ж живу. Ви вірите, що, в принципі, це може статися? В принципі, я не вірю. Ну, Господь Бог є на небі, Он... Сам распорядиться. Я человек, как говорят у нас, не тусовочный. Я человек домашний. Я никуда не хожу. Я приезжаю с концерта, я сижу дома. Я лучше под телевизором посмотрю, повышиваю, чем я куда-то или в ресторан, или в ночной клуб, или куда-то. Я туда вообще не хожу никуда. А вера это в долю взагалі? Конечно. Конечно. В судьбу верю. Судьба, а некий талисман по житю? Талисмана нет. Но я суеверный человек и верю, что... У каждого є своя судьба. Спасибо вам усім. Благодарна я вам усім. Приїжджайте ще. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дай Бог вам здоров'я, самое главное. Всім здоров'я, всьому миру, Богу здоров'я. Ми ще ні разу не бачилися. Я вас цілую. До свидання. До свидання. Засиділись ми щось у гостролучі, але треба комусь бути ближчим до народу. Це Людмила Томанек. До зустрічі. То що, йдемо? Приїдемо. Приїжджайте ще. Пошли. До хати. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы меня сюда пригласили. Я получила массу удовольствия, я побывала дома.
в кругу своих близких, родных людей. Я думаю, что я в этом доме, в этом селе оставила своих друзей, к которым могу приехать не раз. И надеюсь, это случится. И я зарядилась прекрасной энергетикой на целый год. Спасибо вам большое.